Программу визита такого своеобразного депутатского контроля, исходя из тех приоритетов, которые местная власть видит с точки зрения развития инфраструктуры для горожан. Поэтому не случайно одной из точек у нас стала районная больница и детская поликлиника. Здесь проведена масштабная программа ремонта, реконструкции детской поликлиники за счет средств краевого бюджета. Но программа модернизации первичного звена здравоохранения у нас продолжается. Было важно нам побеседовать с руководством медицинского учреждения, потому что здесь неплохой опыт по привлечению молодых специалистов, узких специалистов. Кадровая проблема в системе здравоохранения является, пожалуй, может быть, даже более острой, чем вопросы современного оборудования, содержания зданий. И здесь у Назаровской межрайонной больницы неплохой опыт, практика работы с молодыми специалистами. Часть из них приходят сюда, воспользовавшись нашими краевыми льготами по программе «Земский доктор». И здесь, соответственно, проходят дальше свое профессиональное обучение. Рост продолжается. Вот сейчас одного из тех детских педиатров, которые пришли там сюда командой 2 года назад, один из них принял решение продолжить обучение в ординатуре по дефицитной специальности детского невропатолога. И здесь руководство больницы оказывает ему всяческое содействие. С муниципалитетом проговорили по ремонту муниципального жилого фонда для того, чтобы сразу можно было предоставить молодым специалистам благоустроенное жилье. В Назарово, к счастью, этот жилой фонд есть, но он требует определенных вложений для того, чтобы просто его отремонтировать, привести в удобоваримый вид.